Кто из нас и мечтал создать свою игру? Наверное, только тот, кто не умеет мечтать. Я делал игры уже очень давно, но сегодня мне захотелось сделать кое-что особенное. Игру, собранную как конструктор, имея на руках лишь $500. Вы можете подумать: «Эй, это же так много!» Но нет. Сотни тысяч долларов уходят на разработку игр, которые явно того не стоят. Так может, стоит хотя бы попытаться сделать что-то иначе? При поддержке Cinti Studio, а также XYZ School, фильм «Разработчик», основанный на реальных событиях. Ай, не стреляйте! Не стреляйте! Мечтаешь видеть созданных тобой героев в играх уровня Overwatch? На курсе по стилизованным персонажам от XYZ School ты начнешь свой путь к этому. В этом тебе помогут преподаватели школы, практикующие художники с огромным опытом. Николай Цис работает в ID Software, участвовал в разработке Darksiders 3, работал в Mail.ru, RG Games, Geeks и Dagger Crown. Юрий Порубов участвовал в таких проектах, как Dragon Age Inquisition, Overkill The Walking Dead и Anthem. На курсе ты изучишь все этапы пайплайна разработки стилизованного персонажа. Сделаешь скульпт зибры от базовых форм до финальной детализации. Создашь игровую сетку и подготовишь модель к маппингу и бейку. Для брони, органики и оружия есть свои правила текстурирования. С каждым из них ты разберешься на примере модели от преподавателей. А на этапе рига ты узнаешь, как создать базовый скелет для твоей модели. Студенты XYZ School устраиваются в Spirasoft, Saber, My.com, Digital Forms и другие студии. Подробнее о курсе читай по ссылке в описании. Кстати, он начинается 1 октября 2020 года. При оплате до 28 мая действует скидка 30%, а если еще используете мой промокод ARTALASKI, то получите дополнительную скидку 10%, итого целых 40% скидки. Муа!
жесткий диск, но не видит на нем винду. Ничего не помогает. Походу ему конец. Я купил новый жесткий диск, попробовал поставить Windows на него и запустить проект. Так, все супер. Осталось поставить Unity и запустить проект. Вся механика работает. Фух. Ладно, запускаем уровень. Запоролась в хлам. Она весит 4 мегабайта, значит какая-то информация там есть. Вот так выглядит файл пустой сцены в блокноте. А вот так мой. Это не пустота, это пробелы. 4,5 миллиона пробелов. Это уже не восстановить. Ну нахер. Спустя несколько дней. Ну, понеслась. Спасибо за просмотр. Сохраняйте ваши проекты в облако и на съемные носители. А также делайте бэкапы, и все у вас будет хорошо.